109. Это на синем. Муха. Тред стайл, тред зета. Т28С, ЗСД3. Дальности нету. Еще одна красная муха. Шно. Че нормально стоим, что не дальности. Дальности мало. А. Птичка. Привет, Серега. Это на дект. Притрайв. Поэтому люблю. Какая она клевая. Так, это лучше не орбитовать. Этот опасный. Тоже опасно орбитарить, ребят. Плюются. Почему злой мух такое говно? Не прям говно, он бывает полезен, когда врагов много в комнате. Даже вот в такой уровне может быть полезен. Когда врагов мало, то толку мало от него. Но когда врагов много, то он кого-то цену бывает дамажит. Брилёфу. Антошка. Привет, Юрич. Не, ты их тоже не заорбиталишь. Полет было бы хорошо, там забеги найти. Тогда вообще нужна муха хорошо. О, три красные мухи за один этаж. Блять! Почти задоджил. Чуть-чуть не хватило. Сокрума есть, но мне кажется. Не, вообще мне хватает, конечно, 6 тысяч сделать, но я тогда без синего останусь. Не, хуйня какая-то. Слишком дорого это стоит, слишком говно идея. Привет, Григориус. Опять красный айтем. Ты что, слаб предлагает тир ставки поднять? Чё? Они тир... Такое еще предлагает. Ебать, ты че охуевший. Еще больше им денег отдавать. Лучше мне деньги отдавать. Ты еще так богатый. Привет, мясник. Утро доброе, блядь. Вечер добрый, блядь. С Рождеством, блядь. Реально отдали. С масленицей, блядь. Спасибо за 3 евро. Соболезную, блядь. С месяцем черной истории, блядь. Ратезис комбатитион? Вы что, из Франции? Что с диктором не так? А она не играет. А, но что я тебе могу сказать, Элминстер? Рейтинг 0 из 10, потому что она даже не воспроизводится. Увы. Увы. Soul of Lilith. Голландия момент. Не, это, наверное, песня просто, ну, не воспроизводится. Видео недоступно. Бля, не запушил.
Если эта песня есть в какой-то еще версии, можешь ее в чат скинуть. Если другая ссылка есть. Попробую как-то по-другому сделать, но это конкретно не воспроизводится. Европейские санкции. Да не, оно даже до всей хуйни бывало, типа, что какие-то видео не воспроизводились. Сейчас просто надо чуть больше стало такой хуйни. Ну, типа, и раньше было всегда. Это не что-то новое. Это же вон Eminem даже новый он не воспроизводится. Который Houdini. По-моему, клип все еще недоступен. У пилотов также было, только они, кстати, все уже, по-моему, разлочили при этом. Тоже в чем прикол был, еще не понял. Нахуя было блочить, если потом все равно, типа, разлочить. В чем смысл? Типа там сейчас все доступно. Моя любимая. Ну, наверное, вряд ли. Мне уже два есть, это два напа. Отмечены. Да, окей. А, скинули ссылку. На это играет. Увы, только звук. Ебать. Я к такому не был готов. А, инкуб же тоже фейковый, блин, думал, это уже конжоинт будет, это у меня только... А, не, подожди, у меня... Да, у меня RoboBabic это конжоинт, потому что я получил душу Лилит. А инкуб это... Мануэль. Печально. Да, наверное, даже лучше не буду, в принципе, тут ничего нет сильно интересного. Думаю, этим можно и не лучить. Тут похоже, что здесь... Так. Цвет настроения синий. Идем на синего. А, full house почти. Офигеть. Пуска. Ну-ка. Блин. Здорово, Сывкат. Смогу ли я забег сюда книжкой пройти? Скорее всего, нет. Все очень получше найдем рано или поздно, скорее всего. Мяу. Это в треке или это у меня где-то за окном? What the fuck? Меня сейчас шиза будут. Не, даже не в песне, да? Это у меня. Ладно. Потом... Это еще и музыки, там какие-то мяуканье. Страшно. Да, это на улице, окей. Я подумал, это тоже сейчас песня. Совсем жесткая какая-то композиция. Ну ничего. Ну нормально трек, нормально. На семерочку потянет, думаю. Я в дверь не прохожу. Пасты перекушал.
Я тебя могу взорвать. Полезно. Здорово, Рекс. Кнопка тупо сразу на входе жмется почти. Даже на нее не среагировал, что вообще есть. Такое где-нибудь в кафедрале опасно словить или в сундуке, где очень хуевые волны с кнопок спаунятся. Такой сюрприз можно словить жесткий. Окс там. Балдеем. То, что мне было нужно. Ура, планетарий с Марсом. Let's go. Привет, Ролтек. Привет, Соник. Сука. Не хотел монетку упускать. Оступился все же. Окей. А были еще грибы где-то, кстати, что-то? Не сильно смотрел. Может, не было. Блять, как всегда. Заскамлен. Ой, хорошо живется ангелоёбу на этом свете. Конечно, хорошо. Ну ладно, чё. Просто делай раны по ангелам и делай 5000 стрик. Вообще ума не надо. Ни ума, ни фантазии не надо для этого. Надеюсь, сегодня еще будут дьяволы. Я опять хуйню делал, ну тут ладно, две копейки плевать. Тут я вещи забываю, что здесь можно просто пациента ебать. Просто похуй на это. Всегда по краям ебашу. Привет, комиссар. Привет, Мэтт. Кстати, сегодня еще один стрик слил. Который был, кстати, близко. Тут близко ко мне, но и к Вейрус, в принципе, тоже недалеко было. Причем смешно слил. Но скорее больно, чем смешно. Думаю, никто не видел. Мало кто в Дискорде на есть здесь. Где там клип? Блять, ебать насрали. Не могу клип уже найти. Пиздец. По сообщении. Я, короче, с утра даже не сразу понял, что он сделал. Потому что там есть описание тоже, что мне человек скинул тоже. Он тоже не понял, что он сделал. Но потом я понял, что он сделал. Привет, Мамби. Ну, обидно. Он, кстати, на 4, по-моему, до моего ПБ, по-моему, не дошел. Мог хотя бы меня перебить, хоть мой стрик этот бомжатский. Чутка не дошел. И умер почти так же, идиот, как и я умер. Так же, по-еблански. Только я умер случайно, ну, отчасти. Он умер, считай, полу-полу-нацеленно. Ну, короче, он пытался, судя по всему, скапуляр порокнуть. Если я правильно понял. Но эта хуйня почему-то full hard damage делает. Я не знаю, почему, кстати, ёбаный шар. А, ну потому что он и так, наверное, full hard damage делает. Наверное. И типа он, скорее всего, этого или не помнил, или не знал. Ну нахуя вообще было, типа, прокать об него, типа. Скопляр съесть, типа, Кёрса. Это, конечно, сложно. Типа, что он ближе.
Но я бы так делать бы точно не стал. Это все к тому, что Альтераут ебаная хуйня для дегенератов. Очередной тому факт. Просто убит Альтераутом. Что нигде этой хуйни больше нет. Ну шипы, да. Шипы как бы... Ну как бы, понимаешь, в чем прикол? А с другой стороны, есть, сука, камень с шипами. И он дамажит на пол хп. Как тебе такое? Он на пол хп дамажит. Нихуя не на фулл хард. Так что вот. Не знаю. Можно громче микро. Нет, может только пойти уши помыть максимум. Микро я точно громче сделать не могу. Но, кстати, прикол в том, если ты взорвешь камень с шипами, кстати, тогда он будет дамажить на фулл хард дэмэдж, потому что это будут шипы как будто на полу, и эти шипы уже дамажат на полное хп. Так что вот, живите с этой информацией. Да-да-да, я говорю, если ты камень взорвешь, то это уже будут шипы напольные, а напольные шипы это фулл хард дэмэдж. А этот ебаный шар с шипами, видимо, дамажит сюда на фулл хард дэмэдж. Скорее всего. Ну, скорее всего. Не знаю. Ну, скорее всего, да. Он всегда на фулл хард дэмэдж бьет. Так что вот такие дела. Но это капец, это очень обидная смерть. Прям пиздец. Спасибо за 200 хрон за комиссию. Здравствуйте. Добрый вам день. Спасибо за хороших ранов. Но если бы не Альтраут, он бы не умер, потому что этого... Этой параши бы не было бы, если бы он был не был в Альтрауте. Зачем вообще он был в Альтрауте, кстати? А, это ран на мать надо было, да? Да, это ран на мать надо было. Наверное, хотя погоди. 138. Подожди, кого хуя он еще делал в Альтрауте? Или это все-таки был ран на мать? Я не могу посчитать. Клип не лень открывать. У меня было 542. А, ну да, да, это было на мать. Как раз 4 рана между нами. Я же тоже на мать шел. Ну да. Увы. Да я знаю, я просто клип сейчас не смотрю. Я пытаюсь так просто понять, зачем он шел в Вальтраут. Типа на мать ли это было. Ну, если был бы старик не на мать цель, то может парень бы выжил. А так вон, словил шар шипованный и все. И все, смерть. Ну, кстати, смерть от фарма. Причем, мне кажется, уже двое или трое от фарма умирали на Едене в репе. Именно из-за фарма. Забавная хуйня. Причем тоже французы, по-моему, все. Другой, помню, что-то бегал вообще на первом этаже или на втором этаже, тупо на шипы наступил просто нечаянно. И у него был стрик что-то 400 или 200, не помню чем. Ну типа тоже какой-то довольно большой был стрик. И, по-моему, с тех пор больше Едена не играл. С тех времен. Или вообще даже и не стримил. Не помню. Боль. Боль и страдания стриков. Вообще надо рано заканчивать. Что-то, мне кажется, уже делать нечего. Не, 4 цели это база. Не знаю, да, наделать на одну цель уже скучно в этой игре и слишком легко. Сундук безумно скучный стрип на Едене сейчас. Просто вот на мать отдельно я бы тоже стрик делать, потому что мать самая парашная цель. Все равно. Самое раздражающее. Ну, 4 цели играются довольно хорошо, когда к ним привыкнешь. Просто очень долго привыкать ко всей хуйне. К смене целей, к тому, что можно делать, что нельзя делать на отдельных целях. Что реально довольно много особенностей, что на матери, что на звере.
Он быстрый. Да я не знал, что он сильно быстрый. По-моему, особо нет никакой разницы. Типа скорость забега все-таки она не целью измеряется, а твоим раном больше. Какой у тебя просто забег. Ну конечно, на мать все равно раны самые долгие, потому что там это бредовая хуйня со сбором ножа каждый раз у тебя. Поэтому это, конечно, сильно замедляет время. Infamous. Hello. Что если у тебя цель на мать, но ключ не дали, тогда иду на зверя. Если игра ключ не дала, игра может идти нахер. Если я сам потерял ключ, то уже я иду нахер. Вистрик тоже идет нахер. Как пошел на ангела. Сделка была первая параш. Всякой хуйней лучше нет никакого смысла в этой игре. Хотя когда-то, я думаю, я даже лучил абсолютной хуйней, потому что ангелы были полной хуйней. Потому что ВВ плюс ангел ёб хуй бы сосали, по-моему. ВВ плюс. Потому что там ангелы была полная хуйня в среднем. Там они очень редко, блин, стоили того. А в этой игре, в принципе, поебать куда идти. Можно быть и на дьяволах, и на ангелах. Тебе игра за это никак не наказывает. Даже скорее наоборот часто поощряет за ангелоебство. Хуйня уран. Вот приятно. Если сделка хуйня, я сейчас редко лучше. Если мне будет какую-то хуйню. И что-то сильно полезное. Типа я смотрю сделку всегда. Потому что нет смысла скипать сделки. Но лошадь-то определенной хуйней. Смысла нет никакого в этой игре. Просто так хп отдавать. Так, я уже успею. Вроде успею. Автомат, кстати, живой же, да? О, автомат живой. Погнали. Ура, еще ангелы. Да пошла ты. Ебать, какая пролез. Это было близко. Что, правда, что ли? Наверх. Дамаг. Ну и говно. Ну и говно. А где все красные хп? Подожди, я реально вообще не вижу красного хп. Я, по-моему, уже хожу голым. С этим хп не знаю, уже 3 этажа, по-моему. За прикол. Да, у меня уже с Кейвс 1 это хп голое. Ну так бы сразу и сказали. Он. Дай блодбэк. Это не блодбэк, это дайбэк. Это что-то спидап. Ну и ладно. Там был уран. Я не фанат урана. Меня раздражает. Серафимка.
Да, то есть скорость опять у нас... Проклятие Small Rock'а. Как всегда. Берешь Small Rock и скорость все. Из чата выходит. До конца рана. Ах ты гнида. Маленько не отошел. Ну и все, удача вроде была не нужна особо. Вроде как. Ну, кстати, да, у меня это особо не было. Смешной ран. Типа... Стат реально немного получил. Ну, кроме Godhead очевидного. Godhead, конечно, тоже неплохо. Godhead, конечно, это неплохо. У меня, по-моему, только босс-айтемы на ХП сегодня. Охуеть. Все, что с босса получил. ХП. Деньги. А, ну тут терза, ладно, терза. ХП, ХП, ХП. Обалдеть. Дайте дьявола хоть под конец сюда. ХП слить, куда мне его столько. One makes you larger. Ага. Я даже не могу отойти, по-моему. Меня тупо всосали. Джек. Костяшка живет. Уже удивительно само по себе. Что-то много получаю сундуков. Будто удача все еще осталась. Я вроде ее потерял. Смешно. Дьявол смешной, конечно, в этом сиде. Я даже не мог отойти от него. Слишком быстрая атака. Букорм? Букорм. Кстати, забавно, я реально весь ран прошел с книжкой, как и сказал. Удивительно. Ум редко с ней удается весь забег закончить. Ты обычно получше всего находишь. Реально, что-то я активов-то особо не было смешных. О! Оно. Оно. Это не оно. Это оно. Верни на базу. На базу верни. Да! Да сука. Честная игра. Так, книжку уже на сундук наставлю. Ну, сейчас можно это бомбануть, ну-ка. Немного бомбанул. Чуток. Не сильно, конечно, но нормально.
Смерть. Даже на фулл хелсе дошли. Раз, два, три, четыре. Так. Это брать с собой. Это берем. Это берем. И играем на все деньги. Ну, плюс 5 урона, нормально. Золотые слезки. Сколько? Сколько? 109. Забыл сколько. Утро доброе. Спасибо, Хрон.